Говоря о героях, вышедших из Хасавюрта, нельзя не упомянуть имя человека, водрузившего Знамя Победы над поверженным Рейхстагом в Берлине. Правда, признание подвига ему пришлось ждать полвека. Историческая справедливость была восстановлена в 1996 году. Указом президента Российской Федерации ему было присвоено звание Героя России – Абдулхаким Исакович Исмаилов. Память о нем живет и по сей день. В его честь названы улицы и школы в разных городах страны. Абдулхаким Исакович Исмаилов родился 1 июля 1916 году. В ряды советской армии был призван в 1939. В годы войны был ранен неоднократно, но всегда возвращался в строй. Ты знамя прижимал к груди, не знал, что станешь ты героем и что случится впереди. В пилотке высвечено солнце и плащ палатки, как герой, ты, выбив сапогом оконце, на крышу выполз чуть живой. Шло наступление немецких войск. В декабре 1941 года подразделение Нурадилова получило приказ держать оборону в селе Захаровка под Донецком. 6 декабря немцы начали массированный артобстрел красноармейских позиций. Затем в наступление двинулась пехота. Все товарищи Хампаши погибли в бою, он сам получил ранение. Несмотря на это, юноша принял решение продолжать бой и открыл огонь по противнику. Ему удалось остановить наступление. Второй подвиг Нурадилов совершил в январе 1942 года во время контрнаступления советских войск. Противник упорно держал оборону. Хампаша шел впереди пехоты и вел огонь по немецким траншеям из пулемета. В одиночку он уложил полсотни фашистов и 4 пулеметных расчета. Бой под Сталинградом стал для сержанта последним. 17 апреля 1943 году указом Президиума Верховного Совета СССР Нурадилову присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. В то время, с самого первого дня призыва Хампаши, он был его комиссаром, ну, тогда комиссаром, сейчас он политом называется. По его рассказу, он, его не то что и наказывали словесно, и ругали, он не отступал, он не хотел отступать, он не любил отступать. Этим самым он пользовался, наши отступают. Немцы смело идут в полный рост наступлений, зная, что отступает советские войска. А он вот затаился где-то в позиции, в окопе. И когда они подходили совсем близко, бывали случаи, по рассказам этого, что Гружина, что не раз убегали его помощники. А пулеметчику, и сейчас в армии положено под пулеметчику рядом. Он настолько их подпускал близко, настолько подпускали близко, что вот этот помощник от страха убегал, оставляли его. А он бил его. Второе июня – начало отчета Великой Отечественной войны, день, когда спокойствие всей страны было нарушено. Вражеские войска планировали захватить Советский Союз за 3 месяца, но она продлилась без малого 4 года. Самые крупные сражения изменили ход истории, такие как блокада Ленинграда, битва за Москву, Сталинградская битва, коренной перелом войны на Курской дуге и наступательная операция советских войск на Берлин. В каждом из них принимали участие хасавюртовцы. Александр Семенович Макуха отправился на фронт в 1943 году 16-летним мальчишкой, окончил полковую школу, получил звание младшего сержанта и был направлен в распоряжение Волховского фронта, где вместе с Ленинградским освободил город, находившийся в осаде врагов 900 дней. После того, как блокада Ленинграда была полностью освобождена, немцев, соответственно, отогнали на определенное расстояние, поэтому мы уже наступали. А раз наступали, уже дух был совсем другой, совсем другой. Но мы верили в победу, верили. Вот. И еще яростнее, значит, как бы воевали. We'll be right back.
Великая Отечественная война была самой жестокой и кровопролитной за всю историю человечества, которая унесла свыше 27 миллионов жизней. Вспоминая то нелегкое время, Зиявдин Лабазанов говорит, на фронте для каждого бойца выпадало суровое испытание, достойно исполнить долг перед Родиной. На фронт Зиявдин Лабазанович отправился в 1943 году, и самым тяжелым испытанием было видеть смерть боевых товарищей. Многие остались на полях сражений, заплатив самую высокую цену. Папа, конечно, рассказывает, как он ушел добровольцем на фронт. Воевал на белорусском фронте. Получил ранение. После ранения был отправлен в госпиталь. Хотели ампутировать руку. Он не дал. И хорошо, что не дал. Вылечился. Вернулся. И ему, конечно, очень тяжело вспоминать. Даже то, что ему заслужено было, долгие годы, как ветерану, долгие годы он отказывался, говорил, что его друзья все остались в брянских лесах. Награда, то, что он жив остался, вот это мне ничего не нужно, мол. Но мы рады, что он остался до сих пор с нами. Каждому жителю Хасавюрта от мала до велика известен памятник боевой славы танк Т-72, установленный в знак благодарности и памяти подвигу героя Советского Союза Эльмурзе Биймурзаевичу Джумагулову. В ряды Советской армии Джумагулов был призван в 1940 году. 24 июня 1944 года два танка из взвода старшего лейтенанта Джумагулова первыми форсировали реку Друдь в районе западнее Рогачева и на 8 километров проникли вглубь немецкой оборонительной линии, уничтожая по пути проволочные заграждения и расчищая путь пехоте. Утюжа траншеи, уничтожая вражескую пехоту и технику, преодолевая одну за другой оборонительной линии противника, два танка Т-34 под командованием Джумагулова быстро продвинулись в глубину вражеской обороны. Им удалось перерезать шоссе Рогачев-Бобруйск. В ходе боя на шоссе экипажи двух танков уничтожили около 100 солдат-офицеров противника, три батареи противотанковой обороны, а танк Джумагулова был подбит.